решение. Через него. Новим Айнур, нове бове Махмед, нове дайкомен Джихуне. Ам пенч хошку бране. Браем мазин ла Азербайджан димина, пешра аз, браем хушкам у браем дисахана. У аз дайка хуш ла Азербайджан хат бума, бове мен Джарменистане, дайкомен Джа Азербайджане, ле кукомаш идрея. Пеш раз дайках бунешен тур, ам хатна ла Азербайджане. Аз вра мазым бума, вра чума майтаве, гунде адиге чума майтаве, хата кома нахам хандия. Ам лхавда сала ла Русия дежин, даспек ям ла адиге дман, у баве мен каре чандни дикер, де баве мен аз вра мазым бум, адиге чума майтаве, мнах сал ханд. У пеш ражи ам хатан ла Русия, ле музик вас чо музики наскер, музик хунам дахая, чемки малбата бавемен хамия денг беж буна, калкемен, корапе бавемен ле идре хами денг бежен. Ава чар сала жи, аз накал джи адиги, аз хатаме бажари Краснодари худа, шахари Краснодари худа демине. Жи бой хандана заруке ху, хизаме Айнур Кабули Института культуре бу, консерваторие, жи бой кача ху аз хатаме Краснодари. Зареме жи, декореме жи дехунен ле мектеба зумани урси дехунен. Коремни мазин, ле кома дава дохуна, коремни печук ле кома хафта дохуна, хамжи спорджия, дича карате, яни жиана ме Краснодари
باشه هم جیانق درباز دکن حالا هنیور پچوکتی دا یعنی حوث های کلام ها بو بار که شش سالی بو حوث های ها بو کلام گوتنه مجی هم لعادیگی دمان و را مالا کرده هم دو بیجن یعنی کرده ما عادیگی جبوی کلتوری جبوی جوینا براوی وی مالی دو بین دم چونه و را ما بر و را دا کما گوبند تحاتا چکرن جبوی زاروکا کلیر که کردستان ناوی کمه بو و را آینور کلامک دوده هم زاروک دیا خدا گوت یک ماموسته که وانا هندو کرد گو یعنی دنگی کچه تا باشه هم دکارن برا کلام مرا بیشه حالا از تاجه اما هینی ویدشتی بو خواه حس کرنا خوبا آینور چکتی ده کلام دگو ما آینور ده گله که هزده کر زارم سفته بو زارم مزم بو باشه ها کلام گود گو از دخوازم بخونم قبولی کانسرواتوری ای بیم کلام بیجم ما جی پشتم سکنی چا لازم ما گو چا ده با ما گو بخونم دنگی خوشا ما هات رند کلام دگو اصا خانده نخو چو قبول بو خاند به حس کردن خودی پاشه جی دی باوی وی ام پشتا سکنین قبول بو خان دخونه کره من هوای کی نسه هوای کی نسه مدید قوچاغه حرکتی هیه مگو هره کره میسا جی چه کارتی ایتی شکر وی روژه را تیسا جی به حس کردن خودی گش بیه گش жесткой, а из пиано вилочку на форте, понимаешь, сделай красиво, потому что так, ты начинаешь с пиано, да, и получается потом резко, да, а нужно растянуть, а растянуть чем? Благодаря диафрагме, ты ставишь звук, диафрагма идет вперед, и просто берешь небо, растягиваешь, вот такой принцип, да? И пошла растягивать, понимаешь? Поехали. Дары жироки, гамравиноки, дары жироки.
С Айнурчик я познакомилась 3 года тому назад. На втором курсе ко мне пришла красивая девочка, скромная, талантливая очень. Вот. И она, я думала сначала, когда я с ней познакомилась, я думала, она грузинка, потому что у меня мама грузина, и вот как бы все, потому что у нее она была такая нежная, и она была всегда, знаете, такая ласковая, очень трудолюбивая, вот. Очень хорошая ученица, очень хорошая. И когда она мне сказала, что она курчанка, я, честно сказать, эту нацию даже, может быть, я видела, но я как бы сама с Ростова-на-Дону, донская казачка, сюда приехала в 2001 году, и здесь вот осталась, и замуж вышла, и мне здесь нравится. Узнала, что про Григория Федоровича Пономаренко, вот, его песни. И Айнурчик начала мне показывать, я ей попросила спеть свои песни, она начала петь. Мне очень нравится, вот знаете, традиция курдской песни, вот эта красивая мелизматика, которая именно строение связок, как она это поет, как она это преподносит. Сол чима карате, Краснодаре да одминем, курде. Дебове мора поддержкаткан, сава тема карате. Чима хандинах духуне. Галек разиме, что чима карате, чима хандинах. Дебове м галек поддержаткан. А чима галек джио, чима кропоткин, чима анапе. Галек джори макриашар, галек джори ну чо. Брия галек джори. Сосо бэмбма. Шлемов, так что аккуратно. Не надо друг друга забивать с собой. А мы ты? Че! Аджмы! Тахар занимается уже более 3 лет, по-моему, да, более 3 лет он занимается. За это время как бы в нем была только храбрость, трусости не было, шел только вперед, занимался, как бы радовал тренеров своими успехами. В основном все получается, где-то есть нюансы, мы их исправляем, тренируемся, он ни на чем не останавливается, то есть если ему делаешь замечание, он его исправляет, как бы, и идет вперед, дальше занимается. Все. Ну, у нас занимается достаточно как бы многонациональный вид спорта к нам, и вот у нас и район многонациональный. Ребята приходят, и армяне, и русские, ну, узбеки, и таджики, кого только нету, все есть, все дружим, все занимаемся, никаких между национальных розней у нас как бы нету таких. У нас карате кюкшинка, это наша одна большая семья. Да, давай еще раз. Там.
А снаряжения нет, да? Есть. Сейчас мы включим. Они подготовятся. Все готовы. Мы сейчас стали. Все нормально. Нет, вместе все сейчас. Да. Хореографа медаль. وقتی آذربایجان از روسیه ایم کوچ کرد جار که چومه آذربایجان 2012 2013 سالی 2013 سالی تهار او را دا ماموسته که کاراته ها بو کاراته شتوکان ماموسته یعنی دوستی همه ها برو ها بو آذری بخوا انسان اگه باش بو او را هم سه سال آمان سه سال تهار لگرا چو کاراته هم جو آذربایجان هم جار کنه که زبرین هاتن روسیه کراسنوداری هم هاتن هم چه هاتن باجار کراسنوداری شهر تا هر جار کردن هم دست به نهیشت یعنی سپور های پاش دا ببینه دیس هم ادانی کارتی اما چهار سال اوی باجار کراسنوداری دا دچه کارتی یعنی پیش دا چونوی های دو جارا چمپیون به کرای کراسنودارسکی کرای جبوی یاشه خود چاکیو خود هلده یا Я хочу сказать, на сегодняшний день Краснодарский государственный институт культуры, он устремлен в будущее, своими вот новыми какими-то направлениями в образовании. Во-первых, у нас и народная культура очень сильно развита, это традиционная культура на самом высочайшем уровне. Благодаря нашему ректору Сергею Семеновичу Зенгину, сегодня мы имеем возможность поднимать все сферы музыкальной культуры, что консерватория, что традиционная культура, танцевальная вот эта, культура. Но самое основное, я хочу подчеркнуть, как руководитель данного подразделения, это, конечно, факультет народной культуры, где учатся много национальностей. Это нашего юга России. Это можно назвать и представители Чеченской республики, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. То есть это те студенты, которые приходят из этих республик и учатся у нас. И вот сегодня, так сказать, у нас появилась еще одна студентка из курдской национальности. Для нас это ново, потому что на нашей кафедре это единственный Айнур,
который показывает свою, так сказать, курскую национальную культуру. Это очень интересно и очень важно для начинающих, и вернее даже будущих специалистов, потому что сохранение традиционной культуры, сохранение вот нашего национального богатства, на котором выросли молодежь, в которой выросли мы, взрослые поколения, наши бабушки. Если мы сумеем сохранить вот эту нашу культуру национальную, значит, нам жить еще много-многие годы и века. Thank you.